В здании управления ГУЧС города Каспийска состоялось неочередное заседание комиссии по чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности. В ходе совещания представители муниципальных госучреждений обсудили ряд актуальных вопросов. Первым на обсуждение была выдвинута тема о недопущении возникновения чрезвычайной ситуации с обеспечением питьевой водой в муниципальном образовании. Если не будет свет отключать, у нас не будет никаких проблем. Подачей воды. Потому что я скажу, у нас во всех насосных станциях имеются дополнительные насосы, огромные, 1250 кубовые. Дополнительный кабель мы уже сделали, соединили. В связи с проливными дождями, прошедшими в минувшие дни, на повестке дня обсудили и меры недопущения случаев подтопления на отдельных участках городского округа. По данному вопросу был предложен ряд способов решения. Вот произойдет эта ситуация на новогодних праздниках. Мы такие меры приняли. Давайте мы, например, сейчас до новогодних праздников прочистим всю канализацию на этих линиях. Кроме того, главный инженер филиала МУП «Каспэнерго» Абдул Ачинов рассказал о работе организации за текущий год. Напомним, что в январе 2023-го произошло крупное ЧП на подстанции «Пауэросети Северный Кавказ», в результате которого северная часть города осталась без электроснабжения. В связи с этим МУП «Каспэнерго» усилили меры безопасности и составили план-график для работы в случае ЧП на предстоящих праздничных выходных. В ходе заседания были также обсуждены и другие актуальные вопросы, по которым были выдвинуты соответствующие решения.